Самым распространенным и опасным в понимании как пациентов, так и врачей изменением родинок является их перерождение или злокачественная трансформация. Что подразумевается под этим понятием? Прежде всего, это изменение клеток опухоли, в данном случае родинки, пигментного невуса, в результате которых доброкачественные невус превращается в злокачественную опухоль. Наиболее опасным вариантом которой является меланома. К счастью, эта самая злокачественная опухоль встречается достаточно редко.